Здравствуйте, меня зовут Култан Фиркеон Фазлжанулы. Я из Казахстана. Мне поставили диагноз в 2016 году опухоль головного мозга. С 2016 по 2020 год у меня в Казахстане было 3 операции, и я получал химиолучевую терапию. Но в 2021 году у меня появился рецидив, и у меня обнаружили опухоль головного мозга, что она появилась обратно. Потом я искал, где можно за границей обратиться, чтобы была операция удачная и чтобы я взял правильное лечение. Искал варианты, мне посоветовали клинику ИМСИ госпиталь. 23 января меня оперировали, операция прошла удачно. Я как пациент благодарю врачей, медсестр, медбратов. Они очень хорошо смотрят, наблюдают за пациентом. Большое спасибо.